Привет всем, привет всем. Ну а сегодня с больничного карантина с видосиком к вам ТТ-33. Ну, я не появляюсь в эфире, потому что я болею, и стримов, скорее всего, не будет, потому что разговаривать мне тяжело, пока не могу. Так что потерпите, пожалуйста, совсем немножко. Ну, а кто-то меня постоянно спрашивал, сколько же надо ресурсов, чтобы выкачать все с нуля? Сколько же надо потратить рубинов, чтобы выкачать все на фулл? Сколько надо потратиться, если вы только начали играть и вам нужен был 20-й Дракула? Давайте вы сейчас это все сами посмотрите. И, пожалуйста, пишите в комментариях, а как раз человеку, можете ему даже в личку написать и сказать спасибо за это видео. Вот здесь наглядно показано, как и сколько, и как дорого это все. Просто посмотрите. Это реально заслуживает лайка и вашего коммента. Это того стоит.
Идите нахуй.